Привет всем, кому интересен ремонт. В этом видео у нас Opel Corsa C 2004 года с двигателем 1.3 дизель. И проблема у нас в том, что стартер не реагирует на замок зажигания. Я сделал предварительную проверку и выяснил, что виной всему именно сам стартер. Как я это сделал? Делали это мы с вами уже много раз. Я накинул провод на управляющий кабель стартера и на массу, между ними кинул лампочку, попробовал завести машину, лампочка загорелась, а стартер продолжал молчать. Поэтому мы сейчас будем снимать стартер и менять его. Стартер у нас крепится снизу болтом, который можно открутить, и второй болт, который надо откручивать с этой стороны, сверху. Для этого придется чуть-чуть вот здесь подразобрать. Точнее, снять топливный фильтр и его каркас. А для того, чтобы снять топливный фильтр и каркас, надо снять вот эту баклушу с водой. А для того, чтобы снять баклушу с водой, надо отсоединить вот эти кабли. Прежде всего, конечно, мы отсоединяем аккумулятор. Баклушку мы эту чуть в сторонку уберем, чтобы она нам не мешала. Вот так можно даже не отсоединять, можно просто в стороночку вот так убрать, и будет здорово. Зачем же делать лишнюю работу? Теперь вот эти болты у нас надо открутить и снять каркас. Что же мы видим? Для того, чтобы добраться к болту стартера, вот оно, видите, окно у нас, вот черное, да? Я здесь подставил зеркало, сейчас я подсвечу и покажу сам болт. Вот это мы сейчас с вами наблюдаем через зеркало. Видите, вот это по центру. Вот он у нас болт под торкс. Если я не ошибаюсь, он на 45. Ну, надо еще будет проверить. Теперь я беру вот такой вот ключик торкс на 45 и пытаюсь его вставить в болтик. После того, как мы его вставили, это должно приобрести вот такой вот примерно вид. Ключик вставленный в болт, и вот так хвостовичок торчит. Что произойдет, если болтик упадет в кожух коробки передач? Честно говоря, мне бы об этом даже не хотелось думать. Сейчас я его сорву накидным ключиком, а потом трещоткой откручу. Ну, хорошо, что закручен он не очень сильно. Пошел сразу. Еще не хватало, чтобы шлицы только обошлись, вообще будет тогда весело. Сейчас я откручу, и болтик вместе с ключом так и оставлю там торчать. Знаете, наверное, я и трещотку даже там оставлю торчать тоже. Пусть будет, чтобы в следующий раз не целиться. Что-то мне
Сыкотно. В нижней части, конечно же, все гораздо проще. Вот он у нас, один болтик силового кабеля, за ним сразу вот здесь спрятан второй болтик управляющий. И вот он болтик, точно такой же под торкс, только этот уже гораздо удобнее. Сейчас мы откручиваем их и попробуем извлечь стартер. Ну что, попробуем. Извлечем. Это силовой, а вот это управляющий. Что-то он закручен только с двух рук здесь. Ну вот и все, вытаскиваем. Вот посмотрите, как выглядит у нас этот болтик изнутри, который мы откручивали. И мне бы очень не хотелось, чтобы он вовнутрь упал, потому что я здесь снизу не вижу никакой возможности его извлечь, никаких технологических окон. Наверное, разве что снять коробку передач. Было бы это очень печально. Пришел вот такой вот новый стартер. Ну как новый? Это стартер с фирмы, которая реставрирует стартера. То есть старый мы отдали им, а нам взамен пришел этот. Причем старый отдали в коробке, в которой пришел этот. Ну как бы там ни было, на него есть все гарантии. Здесь поменены все детали, которые имеют свойства изнашиваться, поэтому нам разницы большой нет, новый он либо реставрированный. Давайте его возьмем и поставим. Теперь вот самая деликатная вещь, чтобы не вытолкнуть этот наш болтик, который там на соплях держится. Очень мне неохота коробку снимать. Чуть прижимаем, не затягиваем. Потом его обожмем, когда затянем верхний. Так, ну что, с Богом. Отлично, закрутилось с первого раза и ничего не уронили в коробку. Это не может не радовать. Надо еще ключ вытащить, а то может и ключ еще упасть. Ура! Все хорошо. Собираем.
пробуем, как там у нас. Раньше не было никакой реакции, а теперь, о чудо, все сработало. Работу можно считать успешно выполненной. Я думаю, видео было вам полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем удачи. Пока.